угадайте-ка, зачем мы здесь? Мы приехали выбирать себе вентилятор. У нас же дома нет кондиционера, поэтому нам нужен вентилятор хотя бы. Варианты разные, стоимости разные. Вот это интересно стоит. Вот, если интересно, оно уже стоит десяточку. Конечно, мы будем, наверное, такой выбирать. Сейчас вот посмотрели, ну, вроде вот этот возьмем. Он самый мощный на данный момент из всех. Стоит, 4 300. Алексей пришел уже оплачивать, на кассе нет никого. Они тут тоже все в вентиляторах стоят. Представляете, в магазине жара. Это причем кондиционеры у них тут работают. Даже кондиционеры не справляются. Нет кассира? Нет, и не было. Она, наверное, пошла охлаждаться, когда... Одни нам сказали с витрины забирать, потом в коробке, слава богу, принесли. А то мы уж хотели отказываться. Думаем, стоит тут на витрине уже недели две, наверное, дует. Слава богу, нашли на складе.